медитации и энергетические практики. Восхождение на вершину горы, встреча со своим духовным наставником. Жали путь наверх, восхождение прекрасно, медитация удалась. Какой-то страх перед высотой. Вадим пришел, уже его присутствие облегчило восхождение. Я понял, что мне надо идти вверх. Страх отпустил. Удалось, получил разрешение войти на гору, только зеленое свечение. Я ждал каких-то знаков. Один из моих вопросов ответил в облике сердца. Восхождение на гору – это не только достижение вершины, но и путь к ней. Это символ выхода из зоны комфорта, встреча со своим страхом и преодоление трудностей. Это поиск духовного наставника и проверка триединства сил – духовных, физических и интеллектуальных. Восхождение в гору – это не только физическое усилие, это испытание душевных сил, настойчивости и мужества. Это путешествие к самопознанию, это преодоление жизненных трудностей, это триумф человеческого духа и красоты природы. Для многих людей восхождение в гору – это духовный опыт. Это путь к самопознанию и личностному росту. Путешествие по местам силы в Крыму. Как очутиться в параллельном мире одним разом в раю, аду и в космосе? А еще увидеть носорога, побывать в гостях у древних тавров – и пройтись по тропе Голицына, и все это в Крыму. Подробно расскажу и покажу в своем авторском туре по местам силы Крыма, по маршруту «Новый свет». Тренинг «Походка силы по местам Крыма». Уникальная методика дыхания, медитаций и аутогенной тренировки. Энергетические практики, методы набора энергии в выздоровительной ходьбе по живописным местам Крыма. Реликтовые можжевеловые рощи. Комплексная система оздоровления поможет молодым восстановить гармонию, а пожилым вернуть бодрость. Энергетическая практика. Священная гимнастика оздоровления для тела, разума и духа. На основе интегральных методов йоги, цигун и телесно-ориентированных практик. Это целостный комплекс упражнений, позволяет существенно улучшить качество жизни. Комплексная оздоровительная система – уникальный метод, не имеющий аналогов в мире. Восстановление энергетических процессов организма путем выполнения комплекса психофизических упражнений и дыхательных гимнастик. Инновационный метод позволяет достичь долголетия, хорошего самочувствия, развить подвижность суставов, гибкость тела, добиться спокойствия духа и бодрости на основе гармонии души с окружающим миром. На Царском пляже провели занятия, позанимались. Выдвигаемся по маршруту Горье древних поселений тавров. Это гора Караул-Аба и два места силы, куда мы с вами сейчас направляемся. Называется ущелье Ада. Там очень сильный восходящий поток энергии, который идет из земли. Какой-то блок. Здесь вот эта часть у тебя вот так вот здесь вот поднимается, нормально шло, а вот сюда пошло уходить. Доходить до макушки, скручиваться и опускаться. Это и кровь, и энергия. Вот блок, вот, да? Вот здесь она. Да, есть. Вот. Определенный кирпич. Вот. Голова тоже. То есть вот это вот здесь вот идет у тебя вот сюда блок. Маршрут представляет собой сбалансированное сочетание физической нагрузки. На маршруте расположены в необходимом порядке места силы. Это ущелье Ада. Ощутил место нижнего таза, вот такая вот большая газовая конфорка, и пошел синий огонь. Очень сильное тепло в руки.
Находимся в окрестностях Нового Света, на месте древних поселений тавров, караул Аба. Снизу из земли идет тепло, огонь, одно из мест силы Крыма. Гора караул Аба, ущелье Ада, ну, здесь сакральное место силы, да? Здесь ощущаем прилив энергии земли, тепла, восприятие ладонями, головой, животом. Самые мощные ощущения идут ладонями и ступнями ног. У меня пошли ощущения открытия, канал восприятия, силы, полное знание. Интуитивно уже этот вопрос возник, и ответ уже есть. Путешествие по местам силы в Крыму. Но главное богатство Нового Света – ботанический заказник. Новый Свет – это удивительное по красоте природы место Крыма. Весь поселок – одна большая лечебная зона. Он находится на территории государственного природного заказника. Склоны окружающих его гор утопают в ароматном можжевельнике. И даже дорога на пляж идет через тенистую можжевеловую рощу. Занятия позанимались, называется ущелье Ада. Там очень сильный восходящий поток энергии, который идет из земли. Необычное. В конце уже практики почувствовал какое-то тепло внизу ног, в районе колен. В общем, пока передать словами сложно. Но справа находится долина. Это долина рая. И вот наши занятия пройдут на вот этих двух сакральных местах. Вообще можжевельник в любую инфекцию в радиусе 3 метров убивает. И, например, в баню, когда ходишь, ну, древеника берешь, березовый, дубовый и можжевеловый. И вот это все вместе, как и иглотерапия. Доброе утро всем. Я Андрей Боженков. Нахожусь вместе со всеми вместе силы. Очень интересное место по ощущениям. Во время практики почувствовал, что видел себя со стороны. Сначала задал вопрос, это был я или нет. Ну, пришел ответ, что это был я. Видел потоки, ну, потом вернулся обратно. Ощущение легкости, свежести. Необычное. В конце уже практики почувствовал какое-то тепло внизу ног, в районе колен. В общем, пока передать словами сложно. Какие-то внутренние ощущения еще такие начальные. Пока это все еще обдумываю. Антон Симферополь из Крыма. Здесь родился, вырос. Прожил всю сознательную жизнь, а так получается, что впервые такой прилив энергии, действительно от того, что в чудесном месте мы находимся, а еще и живем, к сожалению, узнаем только вот благодаря вот таким вот практикам. А вот по поводу ощущений получилось так, что вот когда с земли вот представлял поток вот такой вот огненной какой-то энергии, потом это ветер как-то вот все, когда вот в конце к скале вот скале, вот я почувствовал от скалы очень сильный такой какой-то приток, который вот так как внутри сосуда, вот так вот все как сбаламутил, но вот
распределил равномерно. Вот, и под конец такое ощущение, вот такого прилива сил, такой жизнерадостности, когда мы пожелали счастья всему. Такое действительно, я не представляю, если каждое утро так проводить, это действительно жизнь меняется кардинально. Ощущения были интересные, такое ощущение, что я провалился просто вот, не то чтобы в лифте, а в невесомости. Это летел вниз, потом остановился на каком-то расстоянии, тяжело сказать про величины, про масштаб. Видел такой большой шарообразный кристалл, больше вот как на кристалл алмаза похож был, в ярко таком красно-оранжевом свечении. От него поток уже начал вот выталкивать наверх, и вот я здесь. С той вот горы находился здесь, а видел себя вот как оттуда. Место красивое очень, ветерок был. Вот, как будто реально пятки загорались, когда мы представляли, вот как энергия заходящая. Вот каждый орган проходил, и я реально чувствовал, как визуализировал даже, может, в какой-то степени, как сгорают какие-то там отложения, какие-то ненужные, болезненные, какие-то, как энергия потом вот равномерно так вот распределяется. Поэтому вот второй раз вот уже конкретизировал какие-то такие ощущения, они становятся более какие-то ощутимые. И мне кажется, в какой-то степени, если практиковать вот это, то я уверен, что вот умение концентрироваться, вот умение собирать эту энергию, распределять ее, оно, конечно же, будет. И, наверное, это одно из главных, вот, по крайней мере, для меня я ставлю на данном этапе вот своего развития. Путешествие по местам силы в Крыму. Как очутиться в параллельном мире одним разом в раю, аду и в космосе? А еще увидеть носорога, побывать в гостях у древних тавров и пройтись по тропе Голицына. И все это в Крыму. Подробно расскажу и покажу в своем авторском туре по местам силы Крыма, по маршруту «Новый свет». В одном из живописных мест «Нового света», вернее, это даже сакральное место поселения древних тавров, это караул Аба, гора, по которой мы совершили подъем и спуск в ущелье Ада. С тех мест, просто где здесь очень чувствуется мощный восходящий поток энергии из Земли. Но мы совершили еще некую практику путешествия к центру Земли. Мы представляли, что у нас в процессе этого путешествия сгорают все психоэмоциональные состояния. Огонь, который из Земли формируем, стресс в жизненную силу. Следующий наш маршрут после этого будет в долину рая. Тренинг на местах силы. В экологически чистом месте. Космическая энергия в новом свете настолько высока, что с людьми происходит преображение под воздействием силы стихии природы, расширение сознания и оздоровление организма, за счет чего открываются скрытые сверхспособности. Путешествие по местам силы поможет окунуться в волшебный мир самых удивительных и загадочных мест. Тренинг сверхвозможностей человека, сила пяти стихий и места силы. Все, что нас окружает, это энергия жизни и природы. Стихии природы – первые элементы, формы изначальной божественной энергии. Давайте сделаем по пульсу 4 вдоха, 4 пульса выдох, 2 пульса задержка дыхания. 4 равномерных вдоха и некая пауза перед выдохом. Замедляя дыхание, образуется пауза между выдохом и пауза между вдохом. Почувствовать, как останавливается внутренний диалог. И просто как такие волны расслабления накатывают в нас. И жизненная сила от низа живота поднимается по всему телу буквально за несколько минут. С помощью дыхания и с помощью своего психофизического состояния можно восстановиться. Первично за счет того, что мозг – это орган, который потребляет очень много энергии,
И в этот момент, когда останавливается концентрация или же хаос, энергия, которую потреблял мозг, эта энергия начинает равномерно распределяться по телу. Равномерное дыхание восстанавливает как физическое, так и психоэмоциональное состояние. Сначала была вольная борьба, потом бокс, потом боевое самбо, это все переросло. Я понял, что грубое физическое, как бы так сказать, механическое выполнение, ну, сила, выполнение приемов, это немножко не та цель. Ну, это я себе выделил. И почувствовал энергию, что можно немножко подпитываться природой. Понял, что нужно больше общаться с природой. Мы живем и не слышим их. Как бы нужно стремиться воссоединить связь с природой. За пределами привычной нам реальности скрывается другой, невероятный мир, противоречащий многим нашим представлениям о Вселенной. Солнечной энергии, и она до сих пор продолжается, поэтому я такая сейчас спокойная, умиротворенная. Мне очень понравилась эта медитация на горе, потому что здесь совсем по-другому ощущается природа с высоты птичьего полета практически. Просто безумно красивый вид на море, солнце восходящее, которое очень быстро поднимается, сначала красное, потом оранжевая, и очень быстро на глазах меняется, и энергия его из тонкой переходит в более такую мощную. Чудесная медитация. Встречали восход солнца на море. Было тоже все по-другому, но мне очень-очень понравилось, потому что там энергию воды я в себя очень хорошо вбирала. Здесь больше солнца получилось и гор, а там воды. Где-то, наверное, недалеко здесь, в горах, пещера Ада. И там, не знаю, почему Ада, там такая очень сильная энергетика огня, наверное, потому что из центра Земли идет, из ядра огонь, и через скалы вот он передается. И там был первый мой день, и вот я смогла пробить как бы зашлакованный организм свой после Москвы. Настроилась на потоки, очень их усилила, и мне не хотелось из этого выходить. И тело я свое не чувствовала, но я была вот в области солнечного сплетения. То есть я вбирала солнце, крутила его здесь, и потоки, и тело при этом не чувствуешь. Редко. Отдых, путешествия, экскурсии и оздоровление. Первое, что встречает путешественник, направляющийся в новый свет – это гора Сокол, вокруг которой и вьется узкая, но очень живописная, жутковатая местами, дорога к популярному крымскому курорту «Новый свет» в окрестностях Судака. Есть у нее еще одно название – Кушкая, с тюркского «Птица-скала»,
напоминает сокола, раскинувшего крылья. Древние римляне называли гору Сокол Сенатор за величественный и гордый вид. По другую сторону Нового Света расположена гора Орел Коба Кая. В названии Орел легенда гласит о гордой птице, превращенной в камень. Или же скала пещер на тюркском языке. Мое имя Виктор, я из Луганска, лет мне 66. Я что почувствовал здесь? Я два дня здесь позанимался. И вот сейчас сравниваю. Дома поработал, как-то устал. И восстановление идет как-то медленно. А здесь позанимался, мы в горы сходили вчера, поплавали. Получила большую физическую нагрузку. Но сегодня утром снова просыпаешься, опять мы пошли в горы, и я чувствую себя, что я быстро восстанавливаюсь. И теперь я хочу вот это быстрое восстановление перенести домой, чтобы я тоже так дома поработал и чувствовал себя вполне физически здоровым человеком. Есть природа, наверное, хороша. Энергия, я чувствую, да, что я... Энергия у меня в теле есть, сила появляется. И вот это все я хочу перенести в Луганск. Посмотрим, так там будет. В Новом Свете столько всего сошлось, и живописная тропа Голицына с потрясающими видами, гроты, бьющиеся о скалы, волны, дурманящий аромат можжевельника в раскаленном воздухе, дикие пляжи под обрывами, самый живописный мыс, Капчик и Носорог, долины ада и рая, лестница и святилище Тавров возрастом 2500 лет. Адамова ложа.